На полях саммита Башкан Гагаузии Евгений Агуцул вместе с председателем Народного собрания Гагаузии Дмитрием Константиновым провели ряд встреч с губернаторами ряда областей Российской Федерации. Санкт-Петербург и Гагаузию связывает многолетняя история насыщенного и продуктивного межрегионального сотрудничества. Нам близок этот неповторимый и динамично развивающийся мегаполис, еще и потому, что здесь живет многочисленная гагаузская диаспора, написала в своем телеграм-канале глава Гагаузии Евгений Агуцул. На встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Дмитриевичем Бегловым, заместителем губернатора Свердловской области Василием Козловым, мы говорили о том, как придать соглашению о сотрудничестве между нашими регионами новую динамику. Свердловская область входит в число 11 регионов Российской Федерации, с которыми у Гагаузии заключены соглашения о партнерстве. Санкт-Петербург – центр экономической жизни северо-запада Российской Федерации. Это огромный рынок сбыта для гагаузских аграриев и виноделов. Я обратилась к губернатору с просьбой помочь нашим производителям выстроить новые логистические цепочки и войти в крупные торговые сети Санкт-Петербурга и европейской части России. Краснодарский край – еще один регион, с которым у Гагаузии исторически сложились тесные связи. С губернатором Краснодарского края Вениамином Ивановичем Кондратьевым мы обсудили широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия в экономической и гуманитарной сферах, отметила Евгения Гуцул. Наши регионы находятся в сложных климатических условиях. Аграриями Краснодарского края накоплен колоссальный опыт ведения сельского хозяйства в условиях засушливого климата, поздних заморозок, градобития и других природных вызовов. Здесь успешно внедряют новые, более устойчивые сорта винограда, плодовых деревьев, посевных культур. Мы заинтересованы в изучении опыта наших коллег. Аграрный сектор в автономии должен стать более конкурентоспособным и менее зависимым от природных катаклизмов. В рамках Петербургского международного экономического форума были проведены ряд встреч и с представителями Свердловской области, отметила Евгения Гуцул.